Скажите, пожалуйста, как мы или вы чтите память тех ребят, которые сейчас погибли? Вы знаете, я была счет, когда я в наших многих городах об этом даже не знаю. Ну да, мы похоронили, ну да, говорит. А у меня была такая гордость, а я стою, говорю, а у нас гордость в Саратове. Вы знаете, говорю, тоже погибли ребята. И тоже гибли, но у нас такая память. Такая помощь, говорю, помнит каждого, каждого. И у нас тело стоит, каждых имен. И мы стараемся помнить, что ребята с нами, что ребята, те, которые погибли, они видят, что они не одни. Помогают семьям, помогают всем. И я, конечно, благодарна вам, поэтому я вам большую благодарность от всех, от меня, от моей семьи. Благодарностью. Отзываюсь, что вы сейчас приняли решение принять почет гражданина. Это большая честь для нашей семьи, это большая честь для нашего города Саратова. И спасибо, то, что вот сейчас, в данный момент, я не хожу в Саратов, а в Москве с дочерью. И мне все пишут, и все звонят и говорят, Марина, на каждом углу портрет вашего сына, и можно знать почти все. Кто он был, что он делал, как он погиб, за кого он погиб. И я тоже благодарна за вашу работу.